גרמן מדבר, אני אציג אותו, גרמן מדבר, אחר כך אתה תתחיל מפול דוד לחדודי, ואחר כך מזרוע ששמע שבת, ואני סוגר עם ברכות וכו'. עד איפה לומר? עד... Разве можно лехадудей сказать вот этот, когда включен в этот видео? Да, конечно. Это шаббат. Если это до шаббата. А, если это до шаббата. Но да. Получится, это лехадудей тот, который мы для шаббата говорим? Или потом да. Мы еще скажем? Да. А? Мы уже в эфире, поэтому можно... Нет. Обычно же лехадудей говорят, когда... Для шаббата. Потом что встречает шаббат, нет? Да, ну это на встрече шаббата. Мы встречаем шаббата, и после Хадуди мы как встречаем шаббата. Но поскольку у нас есть такая необычная ситуация, мы встречаем шаббат чуть-чуть попозже, но Хадуди говорим чуть-чуть пораньше. Чтобы, почему? Чтобы пообщаться с людьми, пообщаться с нашей общиной. Дорогие друзья, эрев, шаббат, шалом вам все. Привет из московской еврейской религиозной общины. Спасибо Ольге Саулова, которая организовала эту передачу. У нас сегодня особый гость. Это наш уважаемый, неуважаемый, очень уважаемый Герман Рашбилович Захаяев, который возглавляет фонд СМЕГИ. Но кроме этого фонда, Герман Рашбилович сделает очень-очень много. Не только для своей общины горских евреев, которые в Москве, везде в мире, но также сделает очень много для всех евреев. И для нас это будет огромное, для нас огромное уважение, что мы будем услышать слова Германа Рашбиловича. Но Герман Рашбилович на самом деле тоже вошел в еврейскую историю. Можно сказать, уже в российскую историю. Герман Рашбилович подумал, вы знаете, все там, этот День Победы, это на Запад, это восьмой, на Восток, это 9-го, как евреи. Бог хашем, что нацисты уже не существуют. И Герман Рашбилович предлагал такая идея, которая была принята и здесь, в России, через раввинаты, потом через власти, потом в Израиле. Большие-большие раввины тоже приняли эту идею. И приняли, что вот еврейская дата 9 мая и 8 мая, это очень интересно, еврейская дата, она объединяет и 8 мая, и 9 мая. Почему? Поскольку у нас начинается с вечера. У нас день начинается с вечера, заход солнца до захода солнца следующего дня. И почему Израиль не отмечает разные победы? Поскольку когда фашисты, адмирал Дёнитц подписал соглашение на прекращение огня, это было в Берлине 12 часов ночи, но в Москве уже было 2 часа утра, это было уже 9 мая, но на Запад, во Франции, в Англии, это еще было, и в Америке это было 8 мая, но 26 ияра объединяет обе даты. И последние годы Герман Рашбилович добил эту идею, что еврейский народ тоже отмечал эту дату, как это называется, День спасения и День конец войны. И мы будем обязательно услышать, вообще 26 ияра попадет на это следующей неделе, если не ошибаюсь, да, Герман Рашбилович? Да? Какой день? Через три дня. Через три дня. Это получается 19 вечером. 19 вечером будет 26 ияра. Мы хотим услышать слова Германа Рашбиловича, который так много сделал. И один из больших достижений Германа Рашбиловича было создание нового общинного центра в Сокольниках, который огромный центр для горских евреев, первый, который такой есть в мире. И я там был, это вообще огромный центр, который без Аташем, с помощью Бога, когда мы пройдем этот тяжелейший этап с пандемии, этот центр будет всегда заполнен людей. И для нас большая честь вас слушать. Герман Рашбилович, ваши слова, пожалуйста. И эрев, шаббат, шалом всем. У нас тоже с нами наш кантор Эзра Майер из Иерусалима, который будет петь с нами «Мизмор ле Давид» и «Леха Доди». Шалом. Герман Рашбилович. Да. Добрый вечер всем. Шаббат, шалом.
Спасибо, Раб Пинхас. Сегодня, когда вы утром позвонили, сказали, что каждую неделю Лехадады, этот, есть в Zoom, вы со всеми общаетесь, то есть перед Шаббат, да, вот. Я, естественно, первоначально для меня, я впервые участвую, да, вот. Но для меня было приятно, приятно, спасибо вам. Что могу сказать? Первое, то, что пандемия. То, что мы сейчас все сидим дома, вот уже, я, например, уже 2 месяца как дома сижу. Можно сказать, практически вот именно вот, вот с этого своего кабинета все свои дела веду. Но вот, знаете, вот Бог, наверное, хочет что-то сказать всем людям, не только евреям, всем, о том, чтобы они посмотрели вот, и рассматривали то, что они вообще, как они живут, насколько они правильно живут. И насколько они правильно все свои дела ведут. И насколько они ближе к Богу. Да, вот. И я могу сказать, что вот в каждом... Ну, во-первых, мы должны всегда сказать Богу спасибо за то, что... За все хорошие дела, и за хорошие, и за плохие. Потому что порой даже мы не знаем вот то, что мы считаем, что сегодня это плохое, а может быть, это действительно через 2-3 дня, или через месяц, или через год это было к лучшему. Поэтому мы всегда должны благодарить Бога. Вот то, что сейчас, вот сегодняшний день, да, к большому сожалению, многие сидят дома, многие не работают, очень много больных, очень многие умерли, даже в нашей общине. Вот, первые дни было сумасшедшее, как говорят. И каждый день я очень много звонков получал, очень многим людям, ну, помогали мы, там, и я, и мои партнеры. Но, к сожалению, кого-то смогли спасти, кого-то нет. Но, знаете, вот я думаю, что вот в течение этих 1,5 месяца или 2 месяца, то, что люди уже конкретно вот сидят дома и... Умнее думают о том, насколько правильно нужно жить вообще. Вот. И вот свои там 24 часа, которые есть. И как его распределять. Это самое главное. Человек должен уметь распределять свое время. Потому что время нам дано Богом. И, к большому сожалению, многие так ведут свои дела и свое время, как будто вот это всегда оно будет. Но нет, всегда оно не бывает. Она вот сегодняшний день, она сегодня, а завтра его не повторится. Поэтому каждый день, выходя из дому, нужно думать о том, что какие можно сделать благие дела. Это не обязательно вот кому-то финансово помогать. Можно и даже вот кому-то сказать приятные слова, или кому-то сказать личное спасибо. Потому что, к большому сожалению, вот в последнее время люди так изменились, что даже сказать спасибо тоже они... Для них это получается как, знаете, как гордыня какая-то. А почему я должен? Это как будто кто-то кому-то обязан. Нет, никто никому ничего не обязан. И то, что мы делаем вот на сегодняшний день, я считаю, что все от Бога. И то, что именно вот, и что касается 26 яра, или там, не знаю, там, открытие общинных центров, это тоже все от Бога. Бог знает, через кого, как можно донести до людей. Ну, я благодарен Богу за то, что я один из этих шаляхов, который вот... Если у меня возможность, я это делаю. И я призываю всем, во-первых, чтобы каждый свой день оценивал с лучшей стороны. Потом мы очень прекрасно знаем, что вот, ну, например, тоже, да, вот раньше как, с утра ухожу из дому, там работа, все время встречи, там то, другое. И порой нет времени общаться даже с семьей, с детьми, да, вот. А вот в течение этих
полтора-двух месяца, действительно, я вот в своих детях тоже нашел то, что вот и видел то, что раньше я не мог все это видеть. Но не скажу, что я не уделял на это внимания. Нет, я уделял. Но порой вот это самоток, вот этот именно вот, как говорят, работа, встреча и работа, вот это она как бы не давала лишний раз, чтобы с кем-то лишнее там о чем-то пообщаться. И что я призываю о том, чтобы вот именно нашли время вот для семьи. Это самое главное, потому что мы живем и существуем ради семьи. Это самое главное. Тем более, да, Рав Пинхас упомянул по поводу 26 ияра. Вот через 2-3 дня, да, вот начинается вот как раз праздник 26 яра. Я хочу, во-первых, поблагодарить Рав Пинхаса, потому что вы первый, кто, с кем я посоветовался и кто мне показал правильную дорогу, то есть как и к кому идти. Да, естественно, нужен был и правильные слова преподнести людям, да, вот авторитетным раввинам. Но самое главное, показать дорогу, это тоже большое дело. Огромное вам спасибо. Я считаю, что если бы, например, вы бы первый день не подсказали бы, не сказали бы, тяжело было бы вот эту идею осуществить. Но это как бы наша общая победа. Я в первую очередь это считаю. И я призываю всех, чтобы, дай Бог, участвовали в этот праздник. Вот у нас будет через Zoom. И 19 числа мы соберем всех авторитетных раввинов всего мира. Вот конференция европейских раввинов во главе с Равом Пинхасом. И там будет молитва. Потом следующий день, до 20 числа, возложение венка. И, естественно, и 2 часа опять у нас будет большая молитва. Это с Рав Бен Лазаром. Там тоже у нас вот, будет большая молитва будет. Я всех приглашаю, чтобы участвовали. Знаете, вот то, что вообще, то, что человек делает, всегда приятно, когда как кулак все в одном месте собираются и чтят. Или ну, ту дату, например, да, вот. Знаете, почему? Потому что вот как бы это поддержка. Эта поддержка, она должна быть. И я думаю, что вот это вот в первую очередь, вот в этом в первую очередь зависит, вот та фраза, которой говорим, что возлюби ближнего как самого себя, вот именно в этой фразе. Именно когда вот человек радуется успеху чужого. Но это совсем не чужой. То, что мы делаем, это делается не для себя. Это делается для всего еврейства, можно так сказать. Это именно делалось для того, чтобы, знаете, вот мы прекрасно знаем, каждый год все меньше и меньше вспоминается о великой победе, все меньше и меньше говорят о роли Красной Армии. Но мы, евреи, которые потеряли столько евреев, мы всегда должны эту дату вспоминать, мы должны говорить о нем. Мы должны сказать о том, что у нас тоже были свои герои, которые воевали, которые были, знаете, вот это самое главное. Мы должны быть благодарны тем, кто помогал, чтобы вот еврейский мир существовал. И мы прекрасно знаем, что вот именно после победы вот и государство Израиля тоже образовался. Вот. Так что я вас всех приглашаю. 26 яр, чтобы мы вместе отмечали. Вот коротко хочу сказать о недельной главе, хотя это Рав Пинхас. Наверное, вот коротко скажу, что вот на этой неделе мы читаем сразу две недельные главы. Это значит Бехар и Бехукатай. И завершаем тем самым
с третью книгу Ваикра. Но вот там говорится о Шмита, то есть 6 лет должны мы использовать землю, там, а 7-й должен дать отдых, вот чтобы мы ничего нету. Но знаете, вот это о чем говорит? Бог говорит, что вот даже вот не только мы, да, вот люди, чтобы мы в шаббат отдыхали, а даже да и говорит, что вот вы даже вот, вот, вот ну, земля, которая есть, вот чтобы вы его тоже не использовали, чтобы и земля отдыхала. И, естественно, там еще идет о том, что если вы будете придерживать все мои заповеди, я, даже вы не спросите, ну хорошо, я ничего не буду делать, да, вот, ну, а как я буду жить 7-й год? Он, Бог говорит, я вам 6-й год отдам и за 6-й, и за 7-й, и за 8-й год. То есть, чем вы ближе вы будете ко мне, тем ближе я буду к вам. Вот. Поэтому я вот желаю всем евреям, чтобы вот этот шаббат провели вот достойно, чтобы Бог всегда был с вами, вот чтобы эта пандемия, она быстрее закончилась. Вот те больные, которые в больницах, чтобы с Божьей помощью они быстрее оттуда, чтобы они присоединились к своим семьям. Чтобы мы, вот знаете, как, конечно, тяжело, когда каждый в своем, ну, можно сказать, вакууме мы сейчас живем. И хочется вот как бы вот ощущать, вот именно встречаться, чтобы вот, вот не так просто, не через какие-то там Zoom или там что-то, просто вот, ну, уже вот, честно говоря, вот я уже очень соскучился и давно вот своих друзей не вижу. Вот, я очень соскучился. Желаю, чтобы вот, чтобы мы каждый свой день и каждый свой час оценили, чтобы мы всегда были вместе, чтобы у нас были только радостные дни. Ходок умак, шаббат шалом всем вам. Спасибо вам. Гамал Ашберович, спасибо за такие прекрасные слова. Хорошие два слова, Яра. И спасибо за ваши добрые слова. Будем сейчас попросить кантора Эзра начинать Каббалат Шаббат. Саловосим. Хавот. Моеше ве-авойне бехо-яно ושמואל וקורא ישמוי קהירי אל אדוינוי מהו יענם ואמרו ישתחוו לאדוני בעד רצוידש
Oy la doy noy ba toya, oy la doy noy be hotor, oy la doy noy soy be alot ni ba esha be la doy noy esa ze ya levo noy ba ya kidem ke moy egel levo noy be tiyoy ke moy be negay mi. Oy la doy noy, poi tebla, poi teish, oy la doy noy, yochil midbol, yochil la doy noy, midbakodesh, oy la doy noy, echoy lela yoloy, vayeches oy, yeovoy, uvei choloy, uvei choloy, uloy oy merkoboy. Adoy noy, lama bul yoshov, וישב אדוני מלך לאיוב, אדוני עושה עמו ייתן, אדוני יבורך את עמו. לכל עירי לקראת הלא, פני שבות נקבלו, לכל עירי לקראת הלא, פני שבות נקבלו, שמוי וזוכוי בדיבורי חוד, איש מיונו אילם יוחוד, אדנו יחוד ושמו יחוד, לשם ולתפארת ולתפילו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו, לקראת שבות לכו ונלכו, כי מקוי רבבוכו, ויבויש מקדם נתוכו, צריך מעשה ומחשובות החידו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו, מקדש מלכים מלוכו, ומצאים מתוי חביתו, רב לו שבת במקבוכו, והוא יחמוי לו להיכם לו. לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו. ישנערי מאופק ומי, אלישי בגדי שפתי חמי, על יד בן ישי בסלח מי, כובוי נפשי גאולו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו. יסוי ררי, יוי ררי, יבוי רחום יורי, אורי אורי שידה בירי, כבוי לדוי נוי אולייך נגלו. לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו, לכל עירי לקראת קלו, פני שבות נקבלו.
Лой сей Божий, велой си колми, мати штой хахи ю матеми, боке хесту алие ями, веним не со ирати ло, лехо дойди и краска ло, не шабос не кабело, והיו למשיסו שויסויך, מרוחקו כל מבלויך, יוסיסו לייך אלוהיך, אם סויסו סונה קלו, לכוד אוהבי נכנס קלו, עיני שבוס נקבלו, יומינו שמויתי פויתי, וסדוין הייתה אביתי, על יד איש בפרצי, וניס לחובן עודיתו, לחוד הייתי לי כסקלו, עיני שבוס נקבלו, בואי ושולוי מטרת חלו, גם בשמחו ובתולו, Oy khel mone yam segulo boy khalo boy khalo lekho doy di as khalo ene chado ne kabelo zmoshe mizmoy ashi ליוי משבו אוי בלי סטרים נוי זם אלה שפוי לגבי יחד נכון לסבא לילו צדיק קטון מוי פפו ארץ בבנו אוי ניס שכוח קנטר עזרא,
Спасибо за прекрасный Каббат Шаббат. Спасибо, Гаман Жвилович. Хотели завершить, что, как сказал Гаман Жвилович, главной темой Пашат Бехар сегодня это Шмита. Седьмой год, да, никто не отрабатывал земля, сельское хозяйство вообще совершенно без работы. Люди просто сидели дома и занимались своим семьям, духовным делом. И есть вообще какой римский историк, его звали Трактикус. Он потом один раз поехал в Иудею, посмотрел, как евреи там живут, и говорили, что вот седьмой год для евреев – это призыв к ленивой жизни. Вот это не то, что Тора имели в виду, когда седьмой год мы не должны работать. Тора имели в виду совершенно что-то другое, что используют, как Герман Рашбивец правильно сказал, используют это время для вещи, которые обычно мы не обращаем достаточное время обычно. Есть седьмой день, это шаббат, сейчас наступает шаббат, есть седьмой год. И здесь есть очень тоже какой интересный момент, который связан с нами тоже. Написано так, в Торе, «Вехи томру манохал башана швид». Если скажете, не будем сеять, не будем отрабатывать землю, что мы будем кушать? Мы будем голодать. И Всевышний сказал, «Вецивити эт бирхати». Я буду указать мое благословение. И один из раввинов Цоар Амос сказал очень интересную вещь. Обычно, когда есть какие чуть-чуть какие проблемы в мире, тогда бедные люди, они беспокойны, что они будут кушать. Но богатые люди говорят, слава Богу, хватает, у нас есть большие банковские счета, у нас есть то-то-то, у нас, слава Богу, все нормально. Но когда придет седьмой год и бизнес прекращается, рынки не работают, магазины закрыты, тогда это не только проблема для бедных, это тоже проблема для богатых. И это поэтому Всевышний говорил, «Вецивити эт бирхати», я буду послать мое благословение. Это значит, когда есть шмита, это каждый из нас должен обратить внимание на Всевышнего, поскольку когда ничего не работает, тогда это проблема для всех, и для богатых, и для бедных. И говорит, и в наше время тоже, когда есть проблемы, когда это проблема только для средних классов, для бедных, есть такие проблемы, как сегодня, это проблема для всех. Это проблема для всех. Богатейшая страна мира, США, она имеет 26 миллионов людей, которые без работы там. Есть, и они даже не знают, что сделать с экономией там. По-моему, это будет им стоить 10 триллионов долларов. Вы знаете, сколько это 10 триллионов долларов? Миллиард долларов есть миллион. Миллиард – это тысяч миллионов. Триллион – это тысяч миллиардов. 10 тысяч миллиардов долларов будет стоить, чтобы именно уходить из этой пандемии. Бог даст. Бог даст, что мы все были здоровы. Бог даст, что все, которые нуждаются в вашей маме, были здоровы. Я Амин. Хочу прочитать Миша Берах, в первую очередь, для наших врачей и медицинских персонала, медсестры, которые в больницах, которые они на фронте. Они спасают жизнь. И, к сожалению, очень страдали в последнее время. Они это делают большая самоотверженность. Поэтому, в первую очередь, нам нужно говорить Миша Берах, их благословить, молиться для них, чтобы они остались здоровы. И пожалуйста, все отвечайте. Амин. Миша Бер, Хавотин, Авраам, Ицав, Яков, Моше, Аарон, Давид и Шломо, Сара, Ривка, Рахев, Бедер, Барех, את כל הרופאים והצוותים הרפואיים, וכל מי שתומכים ועוזרים לזקנים ולקשישים המוסרים נפשם, להציל לרפות את אלה שנפגעו במגפת הקורונה. אדוני יציל אותם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה מעשה ידיהם. ולא ינסקו כלל וכלל, לא הם ולא משפחותיהם, יקוים בהם בנו הכתוב, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך, וכן הכתוב, אשר אותי מחלה מקימך, וכן הכתוב, ותעצה מגפה, אשתה בגלה בזמן קריב, ונאמר, אמן. אמן. לפסי בלני ונשי אפשיני, פסי אפשיני מסכי כתורי, אם נוז'ה,
בגסרי נאז דאורי, משברך חותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, יברך, רק את המקרן, אני נזכר בירד. סיומה השימה מנציליה, ליאן בת רימה, חג לבת רימה, ציליה בת סואניה, בת פורים, פנחס בן אשר, איזבל בת הגילו, נר בן רימה, יוסף ומרקה, סטלן בת עירייה, עידה, ארתור חיים בנין, רפואת הנפש וברכוף, לכל איבריהם וגידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, השקעה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. יסף ופורניטה, נפרוש נדיאנה ונשגוס ביל, Юлий Эдельштейн, который был спикер Кнессета, и мы ему пожелали, что он станет министром. И именно его назначили министр здравоохранения в Израиле. Наше благословение выполнялось. И Баташем... Когда мне тоже благословит, Раф Пинхас. Тоже хотите стать министром? Нет, я хочу, чтобы быстрее вот эта пандемия закончилась. Баташем, что Бог дал... Благословляйте. Ваше благословение. Все, что вы, ваша семья, ваши близкие, все были здоровы. Это первое очередь, это главное. Благодаря Тошем, что Бога получше, что все потери, которые имели, что вы будете 10 раз больше зарабатывать и помогать, и дальше помогать всем, которым нужно помощи, и сделать большие мицвот и помогать всем, которым нужно помощь. Дай Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы сейчас встречаем Шаббата. И мы будем сделать тоже Авдала завтра вечером 10:10, 22:10 будем сделать Авдала. Мы вам благодарим, что вы были с нами на этот Каббалат Шаббат. Спасибо вам. Желаю вам хороший, крепкий и веселый Шаббат. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Спасибо. Хорошего шаббата. До свидания. Спасибо вам.